Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию обзор кроссовок Reebok Montana Cans Classic Leather. Это классические кроссовки, изготовленные в коллаборации Reebok и производителей спреев, маркеров и аксессуаров для граффити Montana Cans. Теперь давайте рассмотрим их более детально. Верх пошит из различных материалов. Нейлоновая основа дополнена вставками из натуральной кожи в виде спилка. Логотипы и задник пошиты из кожи. Подкладка по традиции изготовлена из искусственной ткани с мягкой набивкой внутри. Язычок пошит из текстильной сетки. Он по центру фиксируется шнурками при помощи тканевой петли. Регулировка полноты осуществляется при помощи обычных шнурков из ткани. Стелька здесь вынимается для просушки или замены. Она отливается из пены и покрывается тканью. Подошва изготовлена из вспененных материалов. Подметка отливается из терморезины. Страна производства этих кроссовок – Вьетнам. Теперь давайте посмотрим, как эти рибоки будут выглядеть непосредственно на ноге. Это был обзор кроссовок Reebok Montana Cans Classic Leather. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Спасибо за внимание.